А самое смешное то, что здесь есть поиск и меню сайта. И это все нерабочее. Ой, рабочее. Ой, о-о-о, вау, нет, не надо, стоп. Здесь нам предлагают выиграть iPhone. О да, мы не выиграли iPhone, так повторить. Всем привет! Сегодня у нас обзор довольно интересного обмана, довольно опасного обмана, маскирующегося под розыгрыш. Якобы вы выиграли 40 тысяч рублей от РЖД. На самом деле это не так. Это фейк сайт. Не ведитесь. Поздравляем, российские железные дороги. Вы выиграли 40 тысяч рублей. И вот такой вот поезд во весь экран прям. А самое смешное то, что здесь есть поиск и меню сайта. И это все нерабочее. Ой, рабочее. Ой, о-о-о, вау, нет, не надо, стоп. Куда? Нет, ни в коем случае. Нет. О, блин, еще один скам. Здесь нам предлагают выиграть iPhone. О да, мы не выиграли iPhone, так повторить. Мы выиграли iPhone. Как вы видели, я тыкал куда-то и попал на очередной скам. Это просто шедевр. Мы остановились на том, что кнопка поиска и кнопка меню сайта нерабочие. При нажатии в лучшем случае ничего не происходит, а в худшем происходит редирект, то есть направление нас на еще одну ссылку с обманом. Продолжим изучать сайт. Далее нас встречают вопросы. Вы знаете российские железные дороги? Да. Сколько вам лет? 18-29. Как вы относитесь к российским железным дорогам? Хорошо. Мы обрабатываем ваши ответы. Подарочки. Нажимаем. Нам говорят, что мы ничего не выиграли. Давайте нажмем. И нам говорят, что мы выиграли. Окей. А теперь просят разослать это друзьям в WhatsApp. Собственно, в WhatsApp я и получил эту ссылку. Не ведитесь.